против вирусов «Самарский ноу-хау». Практической наукой молодой доктор-химик Виталий Осянин занимается уже 10 лет. Исследования, за которые профессор и его команда получили президентский грант, стали продолжением докторской диссертации. Новый метод позволил с помощью цепочки химических реакций создать вещества, которые станут незаменимыми прежде всего в медицине. Самое главное, что метод, который мы разрабатываем, он позволит не только нам получать практически важные вещества, но и другим ученым, просто они воспользуются этим методом. А для чего они эти вещества будут использовать в будущем, ну это уже от них зависит. Главное, что есть метод, потому что метод – это инструментарий химика, нет метода – нет вещества. Нет вещества – нет лекарственного препарата. Президентские гранты вручают докторам наук в возрасте до 40 лет. Это государственная программа поддержки молодых ученых. Кроме самарских химиков, грант получили разработчики еще 3 проектов со всей России. 2 миллиона, которые выиграла команда Виталия Осянина, в основном пойдут на зарплату ученым и на покупку реагентов. Чувствую значимость своих исследований, потому что мы толкаемся локтями со многими ведущими научными группами, потому что в интенсивной такой конкуренции работаем. Это китайские коллеги, американские. Статьи, которые мы опубликовали до этого уже по другим методам, приводящим к новым соединениям, они активно цитируются другими научными коллективами, что является, собственно, показателем признания. Новый метод, говорят ученые, быстрее и эффективнее аналогичных. Более того, экологически безопасен. Авторским способом химикам Политехнического университета уже удалось синтезировать около 30 веществ. Всего за 2 года, на которые рассчитан грант, планируют получить в 10 раз больше. Эти вещества синтезированы в рамках программы, на которую получили грант. Чтобы создать каждое из них, потратили в среднем неделю. Сейчас их формулы известны, но все это первичные продукты, и им предстоит пройти еще несколько стадий синтеза. А потом, возможно, вещество, полученное из такого вот блестящего розового порошка, станет вакциной от серьезного заболевания. У самарских ученых уже есть первые успехи, хорошие результаты при работе с вирусами гриппа и герпеса. Через 2 года Виталий Осянин планирует выиграть еще один грант. На этот раз на исследование свойств полученных веществ и их биологической активности. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».